Дорогие друзья, наши телезрители Южного Урала, Оренбургской области, нашего города Орска, Восточного Оренбуржья, которые смотрят сейчас нас, нашего доброго, теплого и душевного камина. И, конечно, мы очень рады, что судьба нам посылает необыкновенных людей. В эти трудные времена, когда сложно с концертами, сложно общаться, на помощь приходят вот такие встречи. И обязательно посылают нам какого-то необыкновенного гостя. Вот сегодня у нас в гостях такой красивый мужчина. Ну, в первую очередь для меня это то, что красивый. Спасибо, спасибо большое. Махим Амедович Азизов из Азербайджана. Вот какими судьбами вы попали на вот эту оренбургскую землю? Кто вас пригласил, Махим Амедович? О, спасибо вам большое. Я скажу, что, значит, в 90-х годах, когда старший сын окончил 11 класс, он как хотел быть гаишником. Да, именно так. Он говорит, я хочу. И поступил два раза, постарался, там не получилось. Он говорит, папа, я уеду куда-нибудь, лишь бы я хочу поступить. И вот пришлось его привезти сюда, на Шевченко, там политехнический институт. Политехнический институт? Да, и он поступил туда, и хорошими оценками, и там 4-5, да, в дневном отделении он занимался и получил диплом. Вот так и мы здесь оказались. Оказались здесь, да? То есть ваш сын практически приехал сюда, он, да? И из-за него мы оказались здесь, к чему я очень рад и счастлив. Махим Амедович, а вы же тоже прожили какую-то часть зрелой жизни, да? И как ваша жизнь, как, в какой профессии вы были, чем вы занимались? Ой, это долгая история, конечно. Я, когда после того, как в Германии, группа советских войск в Германии, я служил, после службы я вернулся в Баку, и там меня приняли, хотя я уже тогда закончил техникум, нефтяной техникум, и меня приняли на работу механиком. Я механиком был и одновременно и был секретарем комитета комсомола. Были такие счастливые дни, а это быстро прошло. А потом я в это время и в Германию пел одну только песню «Дорога длинная». Пел и по всему Германию, значит, по всем группам советских войск в Германии я. Проехали с этой песней. Да, и оттуда, когда вернулся, у нас на заводе, завод фаянсовой посуды, это называется. Там красивые посуды это делали, очень красивые. И моя покойная жена, она там живописцем работала. Живописцем работала? Да. Расписывала эту посуду? Да, и 5 государств импортировали вот то, что она делала. Вот эту посуду, да? Это когда вы жили в Баку? Да. До 91 года мы там жили, а потом сын как поступил, и мы всей семьей переехали сюда. Приехали сюда? Да. Ага. У меня 2 сына, очень красивые, очень умные. Внуки есть? Одна внучка есть. Одна внучка, да, есть. И 2 внука. И 2 внука? Да. 10, вы счастливый, да, человек. И они носят вашу фамилию? Обязательно. Наша Евангелина, наши жены все русские. Угу. Да. И вот, значит, Кристинка нам подарила в день рождения младшего сына дочку. Именно 17 февраля. И она поступила в этом году, в прошлом году, университет Ломоносова и институт международных отношений. Угу. Но она предпочитала
языков, то есть вы не стоите, так иностранные втором языки. Курсе, да, учится в Москве. Я очень рад за нее. Mm. Она тоже поет. Она так красиво поет. Она очень красиво поет. У меня есть даже, наверное, нет, дома, но здесь тоже есть доказательства, когда она в драмтеатре имени Пушкина у нас тут, как этот концерт называется, хороший концерт, в общем, она там, она показала, что как она поет, все там устроили. Я был очень счастлив. Это недавно был, да, концерт? Это три года назад в драмтеатре она исполняла свои произведения. Ну, а голос-то им передали вы, как говорят, нет? Нет, у меня, знаете, мама пела очень хорошо пела. Младшая сестра, певица. Вот в любой момент, если наберете интернет и Хатиры Ислам, и азербайджане, может быть, так как она никто не поет, я честно говорю. Она, наверное, родная, может, за это сладкий голос такой. Назовите еще раз ее имя назовем. Кристина? Нет. Или кто? Мама? Хатира. А вы насчет того, который поет? Да, кто у вас в семье? Вот племянница. Племянница еще поет, да? Да? Ага, понятно. Ну и вы же, говорят, тоже поете. Ну, так получилось, что... Так получилось, что пришлось петь. Чуть-чуть? А, да. Ну, есть такая женщина, очень прекрасная. Не Анна Александровна Дерябина? А вы экстрасенс, да, наверное? Если кто-то у нас здесь появляется, уральский самородок, самоцвет, новый талант, то и эту планету откроет нам Анна Александровна Дерябина. Вы не поверите. Такие старушки, как поют, такие детки на ногах еле-еле, вот только что родились, так они поют красиво. Она воодушевляет, она заставляет петь и быть счастливым. Вот я именно. Махим Амедович, мы каждый год с Анной Александровной делаем такой фестиваль «Играй гармонь, дети». И тогда она приводит самых маленьких малышей, которые так рвут эти гармони, так пляшут. Я вспоминаю, когда мы их заваливали мягкими игрушками. И дай бог, чтобы в этом году этот фестиваль «Играй гармонь, дети» еще раз состоялся в нашем городе. Дай бог. Я счастлив буду, если меня тоже пригласят. Махим Амедович, я вообще поражена, почему вы не в нашем движении «Играй гармонь». У нас так мало мужчин. У нас столько женщин, и все такие красивые. А вот с мужчинами, конечно, как во всей стране, напряженка. Значит, помогут. Когда-нибудь. Я надеюсь, что помогут. А Махим Мамедович нам споет? Пожалуйста, конечно. Давайте. Ехали на тройке с бубенцами, продали мерца. Как мне соколики за вами, душу развеет от тоски. Дорогой длинною и ночкой лунною, да с песней той, что вы дарите звеня. Дорогой, длинною, да ночкой лунною.